У меня осталось очень мало времени. Время уже 2 часа дня. Мама придет примерно через 5 часов. Мне надо еще сделать около 10 коробок. Это очень долгое занятие. Это прям очень долго, очень муторно. Я не знаю почему. Я сейчас пытаюсь сделать коробочки вот для таких баночек. Вот, я уже сделала одну. Она, конечно, выглядит не очень, и крышка должна идти поверх коробки, но я с размерами там немножко накосячила. Это ладно, все не важно, потому что, ну, я это все, естественно, в таком виде не оставлю. Я это еще все красиво замотаю. Но главное, что сюда хоть что-то помещается. Блин, это очень долго. Я должна вообще была это сделать еще дня два назад. Я не знаю, как так вышло, но немножко я, да, опаздываю чуть-чуть совсем. Мне самое главное просто упаковать всю косметику, и все. Вы, наверное, спросите, типа, Ева, а почему ты просто не завернула вот это вот там в крафтовую бумагу? А потому что так сразу понятно. Я думала об этом. Ой, девочки, мы уезжаем. Я думала об этом, но типа так же сразу будет понятно, что там лежит. А я не хочу, чтобы было понятно. Можно? Можно. Нет, нельзя. О. Что? О. О. Day 2. Day 4. 2000 years later. Смотрите, какая коробка. Посмотри. Она идеальна. Это просто идеальная коробка. И надо еще несколько штук таких сделать. Вот бы кто помог. Чего? Чего? A few moments later. Я выгляжу такой уставшей. Вот так выглядит человек, который несколько часов делает коробочки. Сейчас хочу показать все вещи, которые я подготовила для мамы. И сразу хочу сказать, что каждая вещь подобрана специально под мою маму. То есть я знаю, что она этим будет пользоваться, я знаю, что ей это нравится. Короче, я надеюсь, она будет в восторге от такого подарка, потому что... Блин, я очень старалась, особенно делать эти вонючие коробки. Это очень долго и очень муторно. Короче, я сейчас все покажу. Смотрите, как много всего. И там еще, короче, приступим к обзору. Я на самом деле еще не знаю, что будет в первом номере. Скорее всего, будет вот эта свеча. Вот, я долго выбирала между свечой и чашки. Турецкие. Мама очень любит Турцию. У нас очень давно были такие же чашки, но они все разбились. Вот. И я решила купить маме новые. Ей очень понравится. И, скорее всего, вот это я поставлю 5-м номером. Я, на самом деле, еще ничего не пронумеровала. Я думала, либо чашки будут 1-м номером, либо вот это. Но, знаете, 1-й номер, он должен быть такой прям вау. Вот, ну, скорее всего, это будет такая свеча. Дальше у меня здесь есть еще одна свеча. Здесь, короче, куча всего. Я даже не знаю, стоит ли все показывать по отдельности. Давайте хотя бы немного покажу. Там кисти для макияжа. У меня мама очень давно хотела кисти. Я не знаю, она их все никак не могла купить. Я вот наконец-то вот ей купила. Палетка теней, тут румяна, еще хайлайтер. Спонжи, мицеллярный гель для лица. Скрабы антицеллюлитные. Мама у меня очень любит всякие благовония. Я купила благовоние и подставку. Это вот для бровей такая штука. Мы с ней обожаем вот такие конфеты. Ну, короче, можете все сами, в принципе, посмотреть. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Ну, в общем, ей будет очень приятно. Я уже поскорее хочу это все до конца упаковать. Мне надо еще сделать около 10, кажется, коробок. Вот. Короче, блин, это очень классно. Я бы очень сильно хотела каждый день открывать по одному номеру и что-то прикольное доставать. Вот помада, по-моему, Vivienne, да, Vivienne Sabo. Ну, короче, побегу дальше делать коробочки. В общем, еще хотела сказать, у меня на самом деле не 31 предмет, у меня их пока что 30, потому что мама очень давно хотела фен. Вот, у меня есть фен с насадками, не помню от какого бренда, он ей очень понравился.
Но, к сожалению, я не знаю, почему его сейчас нигде нет в продаже. Я его нигде не нашла. Я нашла похожий аналог. Я конкретно в этом адвент-календаре, последний номер, 31-й, сделаю, ну, коробочку какую-то маленькую, такую писечку, ну, типа так, чтобы, типа, что же там такое? Вот, мама откроет, а там как бы ничего нет. Я туда ничего не положу. Вот, и уже 31 декабря я как раз-таки ей вручу этот фен. Я думаю, это очень классно, чтобы сохранить интригу. Я его пока что еще не купила, я уже ближе к 31 декабря его куплю. Короче, я очень надеюсь, что я вообще сегодня все успею сделать, потому что осталось очень мало времени. Очень мало времени, мне еще надо сделать коробочки до конца всем. Да на самом деле Богдан за меня коробки вырезает. А я просто приду и проверю, вырезано ли все или нет. Короче, все, я побежала. Все, практически все коробки сделаны, осталось еще две. И теперь мне надо вот это вот все упаковать. Всё, я нарядила елку, вот такая вот красавица у меня получилась. Там Мишенька ходит, у меня грязно дома, просто невероятно. Я сейчас буду упаковывать все в подарочную упаковку, бумагу. Мне нужно сейчас это все упаковать. Еще Богдан побежал в магазин, чтобы я не только в крафтовую упаковала, там еще я попросила его купить такую красивенькую зелененькую серебристую. Я вам потом покажу, когда он придет. Вот. Ну, короче, в принципе, осталось немного. У меня есть на все про все 2 часа. Я думаю, что я управлюсь. Мне осталось только все упаковать, помыть везде полы. Ну, в общем, квартиру привести в порядок. Все, я упаковала первый подарочек. Здесь шампунь с бальзамом. Вот. И осталось 29 коробочек упаковать. 75 years later. Я наконец-то доделала. Секунду, забыла. Здесь, если что, ничего не будет. Вот. Я не нашла коробочку поменьше. Сейчас уже вообще нет времени искать или делать коробки. Посмотрите на это. Господи, я делала это, наверное, часа полтора или даже два. У меня буквально есть минут 20, полчаса. Надо теперь это как-то... Я думаю, либо я это все беру туда, как я и планировала, либо я это поставлю все под елку, потому что, в принципе, будет очень даже хорошо смотреться. Вот. Не знаю, сейчас посмотрим. Посмотрите, как это потрясающе выглядит. Я очень рада, что наконец-то все доделала. Я потратила на это буквально целый день. Некоторые подарочки я положила на саму елку, некоторые очень легкие. Вот. И очень красивенько так смотрится. Уже минут через 20-30 придет мама. Вот. Ну, у меня как бы все готово к ее приходу. Я вообще планировала все засунуть в эту коробку, но, как оказалось, ничего не поместилось бы. Вот. Хотя я думала, что все поместится. Ну, в принципе, мне кажется, так намного лучше. Можно заметить, что весь декабря здесь день. Я не знаю, почему у меня мозг как-то заклинило. Я почему-то написала 10-й день. Все, я окончательно доделала свой подарок. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, что я сделала. Ларисенька, Мишенька. Следы, да, немного странные, я с вами согласна, но, блин, меня все устраивает. Ну, серьезно. Вот. Блин. У меня уже все готово. Я положила в почтовый ящик небольшое такое письмецо. Вот, скажем так, основное письмо мама получит уже, когда зайдет в квартиру. Я вам скоро покажу, что будет в том и в другом письме. Вот, сейчас я иду гулять с Васей. Мы как раз идем встречать маму, и потом идем в магазин, а потом уже домой.
небеса встречаются с теми, кто в них верит. Дед Мороз мне написал. А чьи это следы? Деда Мороза, наверное. Ух ты. Там какой-то конвертик, кажется. Где? Вот этот? Вот этот. Ух ты. С наступающим 2023 годом. Ты хорошо себя вела в этом году. Этот год был. Этот год был очень трудный для тебя. И ты молодец, что ты выдержала все испытания. Мы вчетвером. Я, Ева, Богдан и Карина решили сделать для тебя этот декабрь волшебным. Каждый день ты будешь открывать по одной ячейке. Всего их 31. А значит, 31 подарок. Я сейчас заплачу. С завтрашнего дня начинают приходить чудеса. И помни, не чудо создается вокруг нас. Мы сами творим чудеса. С наступающим Новым годом. Ко мне придет Дед Мороз. Ну да. Я мечтала с детства. А уже сегодня будет подарок? А завтра так. А вон, видишь, а они? Где? Ну, вон они. Они, видишь, пронумерованы? Посмотри, под ёлку. Вижу. И надо... на ёлке вон, вон там. А можно все открыть? Ну нет. Это так не работает. Смотри, Миша прям след сел. Прям в центр сел. А Дед Мороз залез в окно. Да, в окно залез. Ничего себе. На момент монтирования этого видео прошло уже 3 недели. Мама продолжает открывать свои подарки. Ей все очень нравится, я этому безумно рада. И, простите, немножко слышно, что я приболела. Хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пусть все ваши мечты исполнятся в эту новогоднюю ночь. Радуйте своих близких и радуйтесь сами. С наступающим Новым годом!